Алексей Анатольевич, просьба прокомментировать итоги встречи с нефтяником. Итоги встречи, ну, все видели на табло. Соперник с победой. У нас четвертая игра на выезде. Были тяжелые игры. Тарусь, Перми, Ужевский. Нас хватило ровно на полигры. Потом начались ударения неоправданные. Шестером побежали и закислились, получили голы. Соперник нас наказал, мастеровитая команда. Только поражение. Хотелось бы от лица команды тебя лично извиниться перед своими болельщиками за такой результат. Другого мы настраивались, хотели дать бой, завоевать какие-то очки, но не получилось. Спасибо. Ильнур Альфредович, подведите итоги этой встречи и домашней серии в целом. Хочу поздравить всех с победой. Хорошая игра. Сегодня вышли гораздо организованнее. Настраивались на соперника. Знали, что у них есть изменения. Опытные ребята подъехали. По нашей игре скажу, что молодцы, хорошие голы забили. Единственное, это немножко подвела нас дисциплина. Два удаления в зоне атаки, и который соперник реализовал такой счет. Ну, молодцы, что выстояли и забили хорошие шайбы, взяли игру под контроль. Так, всех с победой. Хорошая домашняя серия, 4 победы. Но все понимают, что мы не очень хорошо стартанули, поэтому серьезный выезд сейчас. Скажем так, и серьезно готовимся, немножко отдохнем, и 4 дня есть у нас для подготовки к выезду. Спасибо.